набрали бутонов моей садовой орхидеи. Так быстро. Вот второй бутончик. Вот он. Не раскрылся, еще в чехольчике таком. А тут уже появилась такая шишечка. Это трицертис. Он немного другой. Он как лилия. Пытается зацвести хризантема. Я еще такого не видела. Они обычно намного позже. Но весной. Что-то моя хризантема попутала. Видать, ей тут сильно хорошо, тепло. На следующий день. Так выглядит растение. Какая красота у меня распустилась. Ой. Все вянет, жарко. Видите, как? Полила. Сейчас листики отойдут. Махровая бело-розовая петуния вот выкинула по три сразу. Ой, красота вонит. И вот. Красота у меня расцвела, петуния махровая. Боже, она такая красивая. Я все никак не соберусь, представляете, пересадить ее в основное кашпо, такое большое, подвесное. Сразу выкидывает по три. Мне нравится. Так интересно. Поливаю сейчас орхидейки. Ирочка, привет. Добралась до твоей красавицы. Хочу показать. Ну, во-первых, она будет продолжать цветение. Вот. А во-вторых, какой у меня ждал сюрприз. Приятный. И тебя тоже. Вот. Еще будет один цветоносик. Какая труженица. На то она и мультифлора. Умничка. А еще у нее напухла так почечка. Сейчас. Очень похожа на, ну, либо цветоносик, либо детка. Очень почечка такая явно выраженная. Сама по себе образовалась. Сама. Без каких-либо вмешательств. И я, Ира, не знаю, что с ней делать. Я же хочу сохранить все эти почечки, все эти цветоносы, чтобы она не стрессанула. Что ты скажешь? Так что вот такая вот красавица.